Знаете, дорогие читатели, позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Чехов. Сегодня я вас познакомлю с рендерами от мирового лидера технологий программирования графических процессоров компании NVIDIA с NVIDIA Gelato. NVIDIA Gelato – это средство визуализации, позволяющее визуализировать ваши трехмерные сцены и анимации с фотореалистичным качеством. Обладая всеми современными технологиями визуализации, Gelato использует возможности не только центрального процессора, но и возможности графических ускорителей. Gelato поддерживает как стандартные методы визуализации, так и алгоритмы расчета трассировки лучей, рейтрейсинг, методы расчета глобального освещения и каустики. Gelato также быстро визуализирует такие эффекты, как Motion Blur, DOF, глубина резкости, и Ambient Reflective Occlusion, и эффекты поверхностного рассеивания, Subsurface Scattering, а также многое другое. NVIDIA Gelato – это продакшн рендеринг для использования в студиях при производстве компьютерной анимации и цифровых эффектов. Он может работать при использовании таких программ в компьютерной графике, как Autodesk 3ds Max и Autodesk Maya, благодаря плагин Connector. Для 3ds Max это плагин Amaretto, для Maya это плагин Manga. В данном обзоре я расскажу вам о интеграции Gelato с Autodesk Maya с помощью Manga. Все примеры и изображения, которые вы увидите в данном обзоре, созданы в Maya и визуализированы с помощью Gelato. Для более взрослых ребят я покажу, как работает с Gelato из командной строки, какие команды указываются для визуализации и рассмотрим структуру рабочих файлов Gelato, файлы сцен, текстур и параметров. Данный обзор ни в коем случае не претендует на исчерпывающий источник информации о Gelato. В него включены данные из справочного документации Gelato, данные с официального сайта NVIDIA, посвященного Gelato, и сведения, полученные из общения с дизайнерами, которые используют данный рендеринг при производстве. Желаю вам приятного ознакомления с Gelato и исследования его возможностей.